Салют, друзья! С вами снова Татар Гейм, и мы с вами продолжаем выживать в Last Island of Survival. И для начала, ребят, первые 5 комментариев, да, под прошлым видео я ребятам передаю привет. Итак, Silent Player, тебе огромнейший приветос. Ван Тапер, дружище, тебе тоже спасибо за комментарий. За лайкос, тебе тоже огромный привет. Александр Завьялов, тебе, дружище, тоже за комментарий огромнейшее спасибки. И привет тебе, Глеб Иванов, тебе тоже приветище. И Кико у нас уже второй раз подряд, блин, выпадает. Тебе тоже, Кика, огромный привет. Итак, ребят, прошлое видео у нас, Operation Base, вроде неплохо посмотрели, поэтому я решил еще один записать. Вариантик. На минуточку, да, человек 30-е место в рейтинге. Ну, чтобы вы понимали, то есть там почти 9000 боевой мощи, представляете? То есть до этого мы рассматривали, ребят, с вами, у человека было почти 6000, да, там 5900 с копейками. Я просто округляю, не помню, честно, врать не буду. А здесь, ребята, смотрим, здесь почти 9000 боевой мощи. 30-е место было, но вот на момент съемок, мы, в принципе, я там увидите, да, я спрашиваю человека, говорит, уже 31-е вроде бы, вот, но будем считать 30-е, округляем. Так, у человечка есть дрон, кстати, интересная штучка, я у него спрашивал, можно ли поюзать, сейчас как раз, Ну вот, поэтому, ребятки, обязательно лайки человечку давайте понаставим. Техники у него, конечно, донатер, он походу нормальный тоже. Видно бабок, да, ну вот с учетом, да, что моцик вот этот вот, он, кстати, не дешевый, насколько я знаю. Вот эта тачка тоже не дешевая. Ну, то есть не бесплатная, во всяком случае. То есть, допустим, да, там я моцик в Черную Пятницу вообще там обычный, да, купил за 5000 золотых. Эти за золото, ребятки, вы не возьмете. Вот, то есть, смотрите, у него гараж отдельно, плюс еще домик и там еще, да, постройки. На самом деле интересный вариантик. Ну, относительно, конечно. Ну вот, есть, конечно, какие-то моменты мне понравились, какие-то не очень. Но он на самом деле выглядит поскромнее, чем прошлый. Вот. То есть у того человека какие-то бункера, что-то там заходишь, лазишь. Ну, как бы, на мой взгляд, поприкольнее. Но здесь у человечка, конечно, 30-е место это... Не просто так, видимо, ему дали. Вот. Не просто так боевые мощи у него почти 9000. Может, он мне, конечно, что-то и не показал. Есть подозрение. Ну да ладно. Вот такой, короче, по кругу обошли. Тут на базе, да, на Operation Base, ребята чисто просто, короче, кто во что горазд, как фантазия работает, так свои домики и строят. Ну вот парняга вообще, короче, не заморачивался, просто по кругу расставил эти двойные эти полки. Так, взрывы, конечно, вообще полным-полно пушек, смотрите. О, блин, вы прикиньте, это все на продаже еще можно поставить. Мне кажется, сейчас пушки никто не покупает, но вполне можно, мне кажется. Просто смотрите, капец тут. Патрики, да, опять вот эти вот, я в прошлый раз спрашивал, разрывные, но в обычной, по-моему, их я не находил ни разу. Не на Бладе, может, где-то... Просто, допустим, я на Захвате, на Ярости не играл практически. Капец, смотрите, там взрыва тоже полным-полно. На самом деле, я надеюсь, разрабы не сделают этой ошибки и не вернут возможность, да, переноса. Потому что, вы представляете, это вот мы только второй дом смотрим, да, и у человека просто на самом деле очень много оружия. И причем большие возможности это все переносить. Потому что, что у прошлого, да, мы смотрели перенос за скраб, да, а скрапа у них тут, да, фигище. И поэтому вот такие вот сидящие люди, прокачивающие свои Operation Base, ну, базы свои, они потом... капитально будут вредить вообще каждому.
Вот. Ну хотя, да, там в комментариях человек написал, типа, можно, типа, ну, если даже и сделают, чтобы это было на каких-то отдельных серверах. Я не против, да, ребята все-таки старались, да, там собирали вот это барахло, все. Да, можно, да, там разрешить на каких-то отдельных серверах. Но не на тех, да, на которых обычные люди просто играют, которые не качали вот это все. Ну, вы смотрите, вы прикиньте, просто вот такой вот один человечек зайдет на сервер и весь взрыв свой перетащит. Это капец. Даже не надо весь взрыв перетаскивать. Ну, просто смотрите, ну, опять же, да, и я просто как бы, ну, противник этой всей штуки, потому что дисбалансит. Ну, да ладно, мы, в принципе, рассматриваем домик. Название видели, да? Просто как бы рассуждать-то на эту тему. Блин, вот надо было у нее бирилку попробовать. Я ее находил, мы ее просто не изучили, и я с нее толком не стрелял. С дропом, видите, да, мы с человеком там 3 дня все договаривались, у меня не получалось по времени зайти к нему. И вообще мы должны были 2 дропа запустить, но по итогу человек без меня запустил. Ну да ладно, не беда. Ничего страшного абсолютно, да, это мои проблемы. Я его ни в коем разе не виню, человек предлагал, я просто что-то откладывал, откладывал, а потом оказалось, нету больше ракет. Блин, смотрите, сколько всего, блин, даже эти головы собирает. Кстати, да, вот чем они отличаются, я понять не могу, видели? Где-то синенькие, где-то фиолетовенькие, где-то зелененькие, то есть они еще и отличаются, эти, ну там приклады, да, там вот эти обвесы все еще по цветам отличаются. Вы обратили внимание? То есть, наверное, ну может подскажите, конечно, да, там напишите в комментариях, но я так предполагаю, что, допустим, у фиолетовой, оно там не то, что типа лучше контролит отдачу. Мне кажется, это зависит цвет от того, что, ну, жизни сколько, да, у этого предмета. Так, смотрите, по броне просто. Вы представляете, да, вот реально вот такой человек вам зайдет на сервер, вы тащили 3-4 дня, и вот такой вот раз там у него фул МВК. Чисто за... Это конкретно, понимаете, во-первых, у вас бомбанет. Я думаю, разрабы, конечно, не допустят такой ошибки, либо же, если они вернут перенос, то сделают это на отдельных серверах. Пускай они там между собой месяца, вот эти вот переносчики. Как вы считаете? Грубо, конечно, звучит, да, переносчики? Как будто с каким-то вирусом связано. Смотри, дрона запустил. Вообще прикольно, конечно, да? Но, допустим, не подставляться, а просто дрона. Бах. Ладно, в общем, дрона, я думаю, мы как-нибудь, когда-нибудь мы все-таки купим. Потому что я вот с такой вот стороны вообще не рассматривал этого дрона. Ну реально, да, там, то есть ты можешь спокойно к домику подлететь. Единственное, что его слышно, как вертолет. Ну, чисто для коллекции, мне кажется, сколько он, 1280, да, стоит. Ну, посмотрим. Сейчас предновогодние праздники, поэтому сейчас абсолютно не до дрона. Кстати, ребятки, да, там, всех с наступающим, уже можно говорить с наступающим, да, уже какое... Сегодня у нас уже 9 число. 9 декабря. Представляете, ребят, буквально через 3 недели Новый год. Так, ну, в принципе, да, тут как бы ничего такого прям сверхъестественного. Если честно, я думал как бы на 9000 боевой мощи, но я округляю. Я думал, здесь что-то будет неэпическое, реально. Вот, ну... Домик такой симпатичный, красивенький. Чисто человек, да, такой минималист, типа. Все по минимуму, компактненько. Ну, его право, как бы. Тут каждому, конечно, свое. Каждый видит по-своему, да, то или иное. В принципе, симпатично, красиво, молодежно, задорно. Так, что, пошлите наверх, посмотрим. Так, тут у него вертик, печки, биг печи. Блин, кто-нибудь мне может рассказать, как печки ставить на фундамент, либо же на что-то другое? Я не могу понять, честно.
Я сколько не пробовал, я знаю, что это можно сделать, но я не знаю как. И было бы неплохо научиться. Так. Вот, видите, да, человек неплохо, мне кажется, еще плюсом в игру, да, закинул. Потому что вот вертик, моцик, плюс еще этот самый. Две тачки. Там они, по-моему, тоже за бабос. Но Хаммер точно за бабки. Хаммер точно за бабки. Вот второй под вопросом. Я не помню. Но вот этот вертик тоже хорошо стоит так-то знатно. Так, вертолет. Это все прикольно, прикольно. Так, не умереть бы еще. Так, вышечка, вышечка. Смотрите, ребятки, вообще концептуальный ход, блин. Глупое слово какое, мне не нравится уже. Так, о чем куда-то мы зашли? А, поручение. Ну, это с моей базы, видимо, задание какое-то. Либо у него, я не знаю. Смотрите, ребята, просто как человек интересно сделал. То есть он не на дом вызывает. У него вообще просто отдельная площадка, прикиньте, для зомбиков. Вообще, вообще, очень даже умно. Хочу я вам сказать. Очень даже интересный вариант. Но единственное, единственное, вот на вот эти вот турельки. Сколько на них, блин, патронов надо, чтобы зомбиков убивало? Ну, в принципе, ресурсов у него хватает. Но все равно, мне кажется, дофига делов на одну атаку зомби. Ну, на один вызов зомби, сколько надо ресурсов, что-то я даже и не представляю. Прикиньте, это ж каждая турелька, она ж стреляет, убивает. Поэтому, мне кажется, с дробашом попроще. Ну, хотя в таком случае дробаш тогда портится. И там, по-моему, если ты в одного будешь, тебе два дробаша надо будет. Обычных даже. Пускай это будет вот это двухзарядничек, который не топовый, а обычный. Вот это меня, конечно, удивило. Просто прикиньте, человек коллекционирует стулья. Прикол. Так, сейчас мы как раз у него спросим. Зачем? Извиняюсь. Так, ну что? Сейчас мы узнаем ответ, зачем столько стульев. Смотрите, просто кто-нибудь такой видел хоть раз? Я обычно эти стулья просто пропускаю, я их никогда не подбираю. Но иногда бывает случайно нажимаешь, потом выкидываешь. Пишет, типа, это когда нечего делать. Я их ломаю и ставлю. Прикол, конечно, прикол вообще, блин. Ну, каждый, да, по-своему реально с ума сходит, тут спора нету. Так, это у него вышечка, видимо, он сразу же на тот остров прыгает, где этот босяра сидит. Ну, этот мститель или как он там, я все время забываю, кто он там. Охранник, мститель. Видимо, сразу же прямиком к нему. Интересно, он один его убивает? Или как-то? Шкафы человек ставит просто, чтобы ресурсы складывать. Имейте в виду. Но это не просто от кого-то. Ну реально, да, тоже, кстати. Там же, по-моему, по ящикам тоже определенное количество можно поставить. Здесь видите, как человек через шкафы нашел выход, чтобы ресурсы складывать. В принципе, почему бы и нет? Можно и топливо тоже туда закидывать. Так, ну здесь у него, видимо, склеп, так сказать. Здесь его любимые зомбики, видимо, похоронены. Он, видимо, приходит каждый вечер, ставит им цветочки этим зомбикам. Видимо, задружился, короче, с парочкой. Ну, там, судя по всему, их больше. И, соответственно, кентов своих решил так вот знатно похоронить. Так, здесь еще шкафчик показывает. Я вначале не понимал, что он мне показывает, потом до меня дошло, что он туда ресурсы складывает.
Просто смотрите, камни здесь. Бамс. Не, ну реально, да, там, то есть там реально же какое-то определенное количество только можно. Ящиков, да, по-моему, ставить. Я просто не помню, я реально, ну, судя по моей базе, да, понятное дело. Я там только успел, по-моему, один раз качнуть количество построек. И что-то еще, по-моему, печки еще. Ну, реально, да, потому что мы на печке, по-моему, тоже какое-то определенное количество только можно. Так, вот я у него как раз спрашиваю, да, типа дропа нету. К сожалению, ребят, забегу вперед, дропа не будет. Ну, в принципе, вот такая вот у нас база. Кому нравится, естественно, ребятки, вообще в любом случае, давайте, ребят, поддержим человечка пальцами вверх, естественно. И, ну, реально, да, за старание, 30-е место в рейтинге во всей игре, ребят, это не на каком-то регионе конкретном, да, а непосредственно по всей игре, естественно, по всему миру в Леос он занимает 30-е место. Даже пускай это будет, блин, черт возьми, 31-е место, но это, блин, это круто, мне кажется. Даже в топ-100 попасть, это уже как бы ого-го. А тут человечек 30-е место занимает. Мне интересно тот, какое место занимает. Что-то я даже и не спросил, у которого почти 6000, то есть вот предыдущее. Естественно, там, наверное, конечно же, он, наверное, в топ-50, может, в топ-100 входит тоже человечек. Но мне кажется, что не очень много, на самом деле, людей прям вот так вот заморачиваются своей базой. Максимум, там, знаете, пару ящиков, может быть, и есть там патронов, оружия, там, ну, не шибко, да, вот так вот, как здесь, блин, просто это вторая база, да, и тут вообще, тут столько оружия. Столько всего-всего, это вообще какой-то просто трэш. И на самом деле опасненько, ребята, вы прикиньте, такой человек зайдет на сервер, это же вообще будет жесть. Просто он сразу пару кубиков закидывает, пару сишек на изучение и так далее, и все. Серверу капец. Вот, поэтому я, допустим, я как бы, ну, я противник, но если, допустим, разрабы придумают какие-то отдельные сервера для вот таких вот игроков, блин, я не против, ребята, играйте на здоровье, но реально, на те сервера, где просто ребята играют без всяких баз, не надо, можно не надо, реально. Потому что, ну, это капец будет, полный трэш. Так, ну ладно. Это я к тому, что, да, ребят, вы представляете, сколько таких вот на самом деле сидит с Operation Base, и что они потом творить будут, если мы их пустим на обычные сервера. Ну, точнее, не мы, а если разрабы их пустят на обычные сервера. Во-первых, опасность есть, что много людей просто поудаляют игру, потому что из-за прошлого тупо переноса, да, я, насколько знаю, очень много людей ушло из игры. Вот. Ну да ладно. Вот, короче, вот такой вот у нас был домик. Сейчас мы обратно возвращаемся к моему домику. Еще раз посмотрим мою халупку. Я не знаю, мне уже стыдно. Может заняться реально своей базой. Хоть чуть-чуть там обустроить, блин. Потому что реально я там ничего не делаю. Единственное, босса один раз убивали. У меня даже этой вышки нету. Она, кстати, на минуточку, она бабок стоит. Вы знаете об этом? То есть там вот, за которые деньги вы в торговом автомате продаете что-то. Вот, смотрите у нас. 700 часов у человека. А, не, боевая мощь 8000. Обманул я вас, да? Не 9000, а 8.33. Ну, видимо, мне что-то циферка показалась. Ну, в любом случае, 8 тысяч, это получается 30-е место. Ну, плюс-минус, грубо говоря, чтобы вы понимали. 6 тысяч, скорее всего, он входит, мне кажется, в сотку, вот, который прошлый человечек, да, нам показывал. Тоже ему огромное спасибо. Ребятки, обязательно проставляем лайкосы.
Прожимаем колокольчики. Спасибо, ребят, вам всем за просмотр, за комментарии, за лайки, соответственно. Вы у меня самые лучшие. Кто еще не подписался, ребят, обязательно, блин, черт возьми, подписываемся. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.